Всем доброго дня. Мы в отпуске и занимаемся творчеством. С нами вот этот тоже человек. Убежала. Вот. Стряпаем печенье. Рецепт теста будет под видео. Будь здоров. Спасибо. Много продуктов на тесто не надо. А что, у тебя птичка? Цыпленок. Цыпленок? Курица? Пеструшка. Курица-пеструшка? Ага. Во, видите, какие тут мне муж делает. Какие печенья. Бусинка там возмущается. Одну партию мы уже напекли. Вот это вот остались предыдущие печеньки. Ты лопаткой помогай себе, потому что мне неудобно снимать. Чтобы руки твои не видно было. Еще одно войдет. Лопаткой так, аккуратненько. Да, про тесто снова. Значит, потребуется 2 яйца, стакан сахара и масло, 200 грамм масла сливочного. Масло надо растопить. Растопить масло надо будет. Сахар и яйца взбить венчиком, либо миксером до белого состояния. Вот. Потом влить масло размягченное. В муку сразу же можно будет добавить разрыхлитель. Муки потребуется, вот я не знаю, кому как. Но тесто особо тугое не делайте, чтобы не забивать тесто мукой. Значит, по мере там необходимости, то есть это самое, муку всыпайте. И разрыхлитель сразу должен быть в муке уже. У меня примерно ушло вот две таких вот кружки, которые просеивают сразу муку. И примерно, я думаю, получится 2 вот таких листика печенья. 3 листика выходит. А? 3 листика выйдет. Я думаю, что 2. Да вон у меня еще уже кусок. 3 думаешь выйдет? Конечно. Ну это здорово же, 3. Сейчас считай, сюда 2-3 зайца еще пойдет. И сюда кубышки. Возьми делать побольше себе от теста. Сейчас. Отложи еще. Потом сделаем. О, какие колобочки. Слишком тонко не раскатываем, потому что получится хрустящие печеньки. А нам надо, чтобы они были мягко хрустящие. Ну, примерно сколько? Сантиметров? Сантиметр, да? Да больше делаю. 2-2,5. 2,5 сантиметра, это нормально. Ну, вот такие вот. Что у меня зайцы? Пошли зайцы. У нас тут лук уже вовсю буйствует. Видите, я сняла пленку. Некоторые спят, не хотят просыпаться. А эти вот уже выскочки, несколько выскочек уже. Это вот вообще вот красавица, луковица. А что у нас тут? Наполняется?
2,5 листика. Может быть, ты их там компактно как-нибудь это поместишь, чтобы... Не, ну они же будут еще это у нас. Чтобы третий листик нам не запускать? Да запускай, все равно не будет. Столько осталось теста, еще немножко будет. Вот еще. Вот считай, вот ряд еще один. Ну и все, и там на пол листика останется, да? Ну да. Может листик. Этот не вырежешь. Потом там уже не вырежешь, когда мало будет. Вот. Так, просто колобочком сделаем, и да? Все. Так, давай этот сразу в духовку. Да, это в духовку, а это сейчас уберу. Духовка на 180 градусах. Режим верхний. Выпекать будем. До готовности это примерно 7-10 минут. Здесь у меня варится компот из вишни. Вишня у нас своя, замороженная. Сколько вишни ты собрал в этом году? Много очень. Точнее. 16 ведер. 16, почти 17 ведер. Вот. Вот это первая партия готовая. Первая партия. Ушастые там. Ушастых, клювастых всяких. Ушастенькие. Вот, видите, какой ушастенький. Муж себе чаек. Да, цыпа. Цыпа. А где яйцо? Ой, где цыпа? Яйцо-то снесло. О. А что вперед? Яйцо или курица? Как думаешь? Яйцо с курицей. Яйцо с курицей? Вот так вот, вот его. Вот так вот. Ну вот цыпа и яйцо. Вот так вот оно должно. И кролик тут затесал. Пасхальный. Кролика вот так сверху надо посадить на цыпу. Сади. Вот. Заварил себе френч чая. И с печеньками. Всем бон аппетит. И кастрюля еще компота включена. Всем бон аппетит, всем приятного аппетита.